Єпа. Невзирая на усталость. Недалеко ГХК был. Репа выросла огромной. Дед хотел ее подергать. Ничего не получилось. Он тогда пошел за бабкой. Та смотрела сериалы. Поперлась, тянут репу баба с дедом, так никак не поддается. Голова у бабки ноет, а у деда поясница. Мимо внучка проходила, возвращалась с дискотеки. Обещал, что примет долю. И хотя у этой внучки настроение не к черту. Ничего я не хочу. Это мой телефон говорит. Им пришла она на помощь. И втроем взялись за дело. Невзирая на потуги, репа с места не на йоту. Дед глотает валерьянку. Внучка колет шприцем бабку. Мимо жучка пробегала, удержала в холодильник. В нем позавтракать хотела, а горел бедняжку голод. Внучка жучку пригласила оказать посильную помощь. Какое такое вот мясо? Обычное мясо, я мог есть мясо. Та хоть репу не любила, но помочь не отказалась. Но напрасны все старания. Репу будто кто-то держит. Внучка шприцем колет деда. Мимо кошка проходила по своим делам кошачьим. Кошка, мышка
Что? Это ты сорвала, мышка! На уборку урожая! После этих обвинений кошка мышку проглотила. Не свезло потом и кошке. Жучка ж тоже есть хотела, но недолго наслаждалась жучка вкусненьким обедом. Дедка жучку съел на ужин. Ведь он был у нас кореец. Не отыщешь виноватых. Урожай же сгнил на поле. Так трагично завершилась вся история про девку.